видите, стекло все замерзло. Ребята, новый день. Новый день наступает у нас. Новый день. Колу со льдом будешь? Вон. Кола со льдом. Чаек. Но время вот. Выглядит, ну, вот так чай, все да, показал. Кадр, чтобы был такой содержательный, вроде все показал или опять наводил рукой. Стекла замерзли. Вот. А тут тепло. А, там мы надышали. О. Замерзло. Ну ладно. Дышим от Путина, получается, от стекла. Поэтому вот так вот замерзало. Вот эти крепость. Тру, видите, ребята, как бы курят они трубку. Там в корне какой-то воздух, и они вот так. Чурка целиком сгорела. Вода, чайники. Короче, все замерзло полностью. Вода. Чаек. И вот как спим, он Федорович, у меня одеяло тут, ребята, вот, ребята, одеяло пуховое, у Ивана мешок, ну, вот такой наш быт в машине, изморозь вот такая, такие вот красавы. Вот, тик, наш пуховое одеяло, два спальника. О, маленечко все встал, время сразу посмотрел. Да, Иван весь в работе работает. Вон. Вот так. Федорович Чин. Ну вот, вид. Опять быстро камерой вожу. Есть? Сколько дров, ребят? Вообще. Костер вот. Вон. Пойдемте до этого, до Пихтового сходим, до ручья. Тут как-то вообще красивенько получается. Теперь маленько пройдемся. Такая вообще таежная, прочищенная тропа нами. Да вот так выглядит. Все. Все мы тут распилили. Все доделали. Вот. О. Вот. Все подпилено, все четко. Вот. Там ручей наш маленький. О. Журчит. Вид такой вот сверху. И нам самое главное, чтобы толстого-толстого льда не было. О, видите, поскальзываюсь. Толстого-толстого льда. То он, если замерзнет, но он уже начал замерзать, то будет тяжеловато поехать. Лужа, во! Вот такой ледок. Те тоже подзамерзли все. Ребята, ближе к болоту, видите? И вот мы встречаем кукушкин лен. Мох, который используется. И тут также мох вот такой. Сфагнум, наверное, вот этот. Вот клюква на нем любит расти. И тут вот он, кукушкин лен. Получается, что у нас костром занимается только Иван. И ходит тоже за смородиной, и все. И он. Но мы с вами все равно тоже пройдемся. Хоть посмотрим, где смородинка для чая. Пару веточек тоже понесем. О, сейчас вид вообще по-другому. Далеко не пришлось ходить. Вот. Сейчас будут у нас не листики действовать, а веточки. Ломаем веточки. О, сделаем вклад. Все Иван делает. Вот Дима. И Федор еще подносит, и все. А, о, Дима, и свой мы веточку вот смородины. Ванька идет и какую-то ветку несет костер. Ай-ай. А ты идешь и... Как проводить как-то надо. Короче, вот еще костер, короче. Иван решил там разводить.
там пень, и пни, короче, эти выжигают. Вот этот пень выжгли, и сейчас будет выжигаться тот пень. Вот так. Ну, вид сбоку должен я показать, не отходя, чтобы... Ну, вот наш прекрасный дом. Федорович Иван. Тайге что-то всегда смещается. Вот Иван говорит, 8:00, я зажег костер. Я чувствую, кадр повторяется. Но мне это надо за видео регистрировать. И мы с вами это видео зарегистрировали. Ну, сейчас чаек надо. Горяченький чаек. Смотрите, сколько пепла хотел положить под сумок. Под сумок хотел. А на вас сколько? Сколько горит. Да, если бы не было бензопилы, тут бы жесткая экономия дров была. Но при наличии бензопилы, как бы, и сделать красивое место, получается вот так, ребята. Ну, вы как бы заметили, все для выживания, все только до выживания. Холодно. Говорит, они когда ездили, 30 октября, представь. Ого. И, короче, на Меркурике. Но они как спали? Они взяли этот генератор, калорифер, генератор завели, говорит, 0,5 литра бензина, и с калорифером спали, вот так они в УАЗике спали, генератор и калорифер. Но дырка вон, видите, как выгорела внутри, вот так проходит, то ли смоляной корень был, то ли что, ну вот такая вот штука, ребята. А вот ручья начала замерзать, и тут посмотрите, как получилось. Получается какая-то, как рыхлости, вот такие, вот они образуются, вот так, выпячивает, подступаешься сильно. Вот и наш след, вот и начало ручья, короче, о, все, видите, наступаешь, все, замерзает. Вот такая вот красотища. Взяли баночку, сейчас опять под УАЗик полезем. Опять заниматься подготовкой. Короче, вон там надо сливать сальник этот. Вот такая вот, ребята. Маленькая ТО. Чего залез, масло настолько загустело, не потекло нифига. Зря слазил. И макушка вон, смотрите, как побелели верха. Верха. Времечко сколько. И посмотрите опять. Этот вид балует, балует меня и вас. А там макушка тоже белая, видите? Не буду приближать, белая вся, это у березы. У елочки не так как-то. Иван ходит, подчищает тропу всю. Федорович. Ну и решили, раз пни дожигаем, у нас будет 3 костра, представьте. Аж на 3 штучки. И третью обманку надо вешать, вода маленькая. Я без третьей обманки, вот нижняя обманка будет ловиться. Вот сейчас потом посмотрим, как это будет все работать. Сейчас чаю попью и повешу обязательно. О, вид. Прилетели, ругаются. Прилетели, ругаются. Еще, Дима, все, отойди. Рука-то к собаке тянется. И он снимал одно и то же 1000 раз. Потому что сядешь, и сама рука кнопки тянется. Заснять это. Он ругается как, он макушка кедра, Дима, подмороженная. А, Дима, и солнышко маленько-маленько просвечивает. Вот такие красоты делает. Лазиком никто не лазит, и паук уже, паутину стали наводить. Вроде и паучки-то спят, а она все равно есть. Может, была это, вон, у кедра сейчас четко видно. Макушка замороженная сверху. Грамотненько все запечатано, вот так. Вот, достаем. Вырпал вот на эту, вот такого цвета. Поставим вот такого цвета. Нижняя будет вот эта стоять. Эту леску поставить, на узел проверил, она на узле рвется. Ставим другую хорошую леску, ищем. Я бы основную поставил бы, вообще от удочки. Иван медитирует. Вот так получается, ребята. Такая медитация.